В Магнитогорске уже в третий раз прошел традиционный турнир по хоккею в валенках среди служб и подразделений Управления Министерства внутренних дел России по Магнитогорску. Матчи проходили на стадионе «Малютка». В борьбе сошлись 4 команды. Свидетелем финальной встречи между хоккеистами дорожной полиции и городского УВД стал Павел Берсенев. Команде ГИБДД физкульт! Привет! Команде УВД физкульт! Привет! В синей форме игроки городского управления МВД, в белой, то есть с логотипом комбината Магнитогорского отдела ГИБДД. В этом году они стали лучшими. Кроме того, в турнире также принимали участие команды патрульно-постовой службы и уголовного розыска. Данный турнир, конечно, посвящен в первую очередь это пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников. Ну а самое главное, что мы здесь преследуем, это, конечно, неформальное общение сотрудников в нерабочее время, именно непосредственно в спортивной обстановке, где они могут показать все, что они достигли за это время. Александр Алиманов, вратарь команды УМВД, большой поклонник хоккея. В него он начал играть еще в школе и не бросает до сих пор. Выступать за свое подразделение Александр начал еще в 2009 году, когда только пришел на работу в полицию. И сначала играл в классический хоккей. Не бросил он клюшку, и когда турнир изменил формат. Лучше 3 раза в коньках сыграть, чем 1 раз в валенках. Невозможность догнать мячик – это тяжело физически. На коньках это все происходит гораздо быстрее, лучше и красивее. У хоккея в валенках и правила несколько иные. 5 игроков вместо 6, взамен шайбы теннисный мячик, площадка меньше и дается времени на матч, 2 периода по 15 минут. По итогам финальной встречи победителем турнира стала команда ГИБДД. Однако некоторым игрокам еще не скоро предстоит убрать в дальний ящик клюшку и валенки. Впереди подготовка к новым встречам. Сегодня мы проводим отбор в сборную команду управления МВД России по городу Магнитогорску, которая будет участвовать в традиционном турнире в городских соревнованиях под эгидой администрации города Магнитогорска. Павел Берсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.